Эта актриса знакома многим по черно-белой экранизации сказки «Золушка». И Янина Жеймо. Кстати, сыграла она эту роль, будучи уже 37-летней женщиной. Родители девочки были участниками цирковой труппы, а в будущем она тоже стала цирковой артисткой. Однако мечтой ее было стать настоящей актрисой. И она стала. А настоящую популярность обрела после выхода сказки «Золушка». Ее первым супругом был актер Андрей Костричкин. В этом браке у них родилась дочь. К сожалению, муж был азартным человеком, поэтому ей пришлось забрать ребенка и уйти. Вторым супругом актрисы стал режиссер Иосиф Хейфиц. В этом браке родился сын. В 1942 году супруг получил известие, что Янина погибла. Но расстраиваться не стал и тут же нашел другую. Когда Янина вернулась, все было кончено. Она вышла замуж и еще раз за давнего друга Леона Жано. Этот брак стал самым прочным ее союзом.